Рецепт приготовлен для сайта iamcook. Тушеный кролик с картошкой в мультиварке. Для его приготовления понадобится кролик, сладкий перец, морковь, лук, картофель, лавровые листики, специи, чеснок, растительное масло, соль и черный молотый перец. Тушку кролика тщательно вымыть под проточной водой. По необходимости обдать горелкой. Затем необходимо ее разрезать порционными кусочками. Мясо выложить в миску, приправить солью, черным молотым перцем, добавить по вкусу специи, тщательно все перемешать и оставить в холоде на 15 минут. Затем включить мультиварку на функцию жарко. Через 2 минуты влить 1 столовую ложку растительного масла и выложить кусочки мяса, периодически переворачивая, обжарить мясо до румяности. Очистить и вымыть овощи – картофель, морковь, лук, перец и чеснок. Перец и морковь нарезать соломкой, а лук и чеснок – мелким кубиком. Когда обжарится мясо, выложить в чашу мультиварки лук, чеснок, морковь, перец. Также добавить лавровые листики. Перемешивая периодически, обжарить буквально 2-3 минуты. Очищенный картофель разрезать на 2-4 части, если совсем мелкий, не разрезать, и выложить в чашу. Влить воду и включить функцию тушения на 40 минут. За 5 минут до приготовления всыпать по вкусу соль и черный молотый перец. Сочное, нежное мясо вместе с неимоверно вкусным картофелем сразу же подать на стол. Дополнить вкус обеда можно только свежими овощами. Приятного аппетита! Готовьте с любовью! Рецепт с пошаговыми фото можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка находится в описании под видео.